И да, ребят, приветствую всех, мы по-прежнему разбираем турнир UFC 250. И давайте в сегодняшнем выпуске поговорим о поединке Эдди Вайленд против Шона О'Мэлли. И прежде чем начать свой разбор, ребят, у меня будет к вам небольшая просьба подписаться на канал, обязательно проставить колокольчик, чтобы не пропускать разбор, ну и, конечно же, поддержать видосик своим мощным бойцовским лайком. Погнали к разбору. На данный момент Сахарок идет без поражений, при этом имеет 11 побед. Свой крайний поединок он финишировал своего оппонента, причем бой был такой, ну, лично мне показалось, что... скажем так, навыки спортсменов абсолютно разные. Такое ощущение, что вышел любитель против, как минимум, чемпиона мира. Деклассировал своего соперника, да, отправил его в нокаут. Предыдущий свой поединок, кстати, который прошел, по-моему, если не ошибаюсь, в 2018 году. Там он единогласным решением одержал победу. При этом в третьем раунде он сломал ногу, но при этом проявил какой-то сумасшедший характер, волю к победе. В припрыжку, скажем так, бился со своим соперником. И, естественно, судьи не могли обойти этот момент стороной. Ну и в целом, конечно, по ходу поединка он там выигрывал. Что касается его ударной техники, то в этом аспекте он чувствует себя просто как рыба в воде. В качестве... В таком аспекте, как борьба, также у него есть неплохие навыки, хорошая защита от тейкдаунов, в процентовке это порядка 78%. Также имеет хорошие навыки, именно находясь на спине, но чтобы его туда перевести, это нужно будет очень и очень сильно постараться. Эдди Вайленд это по-настоящему уже ветеран смешанных единоборств, так как он выступает с UFC, только представьте, с 2011 года, то есть уже практически 10 лет он дерется в UFC, побился абсолютно со всеми там бойцами, это были и топовые бойцы, это были и проходные бойцы, и среднячки, в общем, абсолютно со всеми. Крайний свой поединок он вышел против Григория Попова, можно сказать, нашего с вами соотечественника, но там, кстати, на удивление он нокаутировал Попова, но хочется отметить тот факт, что Попов поначалу давал ему достаточно неплохой бой. Ну, что касается этого бойца, то можно отметить, что... Очень много травм, очень много боев, которые реально сделали его изношенным бойцом. И сейчас, в данный момент, я бы не сказал, что он находится в какой-то сумасшедшей форме. Что касается моего прогноза на этот поединок, то я считаю, что здесь Шон О'Мэлли просто должен финишировать своего соперника по-хорошему. У него все качества для этого есть. Также хочу подчеркнуть, что Вайленд является таким откровенным и ярко выраженным рубакой, который не боится зарубаться со своими соперниками. Здесь в плане мощи, в плане антропометрии, конечно же, эти аспекты будут находиться на стороне Шона О'Мэлли. Плюс он сейчас максимально заряжен, уже начинает бросать вызовы Петру Яну, да, уже там какие-то вопросы у него возникают с Жозе Альдо. Естественно, как бы, мне кажется, что UFC подводит так плавненько О'Мэлли, дают ему таких бойцов, уже ветеранов, чтобы он поднабрался опыта, возможно, стал немножко увереннее себя чувствовать, хотя куда еще увереннее, он и так, в принципе, себя чувствует достаточно неплохо. Я думаю, что здесь стоит присмотреться к такому варианту ставки, как победа, досрочная победа Шона О'Мэлли, коэффициент на нее дают 1.65, я думаю, что это, в принципе, неплохой вариант. И да, друзья, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка. Свое же мнение обязательно оставляйте в комментарии. Но я напоминаю, не забывайте подписываться, это лучшая мотивация для меня. Я желаю вам всего самого наилучшего, всем пока и до скорого.